Добрый день, мои друзья. Люба еще не расчесанная. Христос воскрес всех, всех с праздником. А я буду умываться и хочу вам показать, что я делаю и мои крема. Они не только крема. Это кальций хлористый. Я так им делаю скатку время от времени. Меня девочка-косметолог научила когда-то. Опять меня повысыпало все. Просто жесть. Ну так сейчас высохнет и так несколько раз. Да, что я вам хочу вначале показать? Вначале я вам хочу показать кремушек, который я себе купила у девочки у своего косметолога, в которой я хожу здесь. Она занимается с израильской косметикой. Это Анна Лотан. Это я купила себе ночной крем. Ночной крем, но я так понимаю, здесь с кислотами. Я у нее просила. Это ночной крем. Вот он стоил 20 евро. Анна Лотан Про. Я еще им даже не пользовалась. У меня есть тоже умывалка от этой Анна Лотан Про. Давно я уже еще в прошлом. Да, нет, не в прошлом году покупала, недавно. А чистилочку я себе, смотрите, купила с коллагеном. В Польше, когда я была, и тут такая штучка, видите, прям пенка, и вот так вот я ее чищу. Очень мне, кстати, первый раз такую купила. Так, еще что я себе купила, еще тоже я не пользовалась им. Это Кашмир Бустер, серум, сыворотка. Но тоже я себе ее в Варшаве купила. И еще я даже ее не открывала, потому что это для день и ночь, day and night. Еще я не начинала даже пользоваться. И хочу еще вам что показать. На Лансароте, когда я была, там алоэ выращивают и делают, специально прямо алоэ выращивают и делают из них косметические средства. Они, конечно, дешевенькие. Это у меня крем для рук. Она купила я крем для ног. И я купила под глаза, потому что у меня уже заканчивался, но тоже я еще его не открывала. Это для глаз. Алоэ, вот оно там прям хорошо производится и делается. И что я купила в Ирландии? В Ирландии я везде себе что-то покупаю. В Ирландии я себе купила, дорогая, тоже сыворотку с коллагеном. Я себе купила сыворотку с коллагеном. Тоже еще даже не открывала, не попробовала еще. Но попробуем. И купила себе масочки. Масочки очень сейчас я люблю. Вот это прям какую-то купила. Вивенон, не знаю, что же тут, тоже коллаген и так далее. И вот это купила от Сефоры. Купила просто потому, что она дешевая была, думаю, дай-ка я куплю. И купила я себе крем, дневной крем, забыла какую-то фирму. Так, закончилась на том. На этом телефоне камера. Итак, кремочек я себе купила. Где название? Господи. В общем, это что-то было. Либо Лореаль, либо Ланком. Где написано. В общем, либо Лореаль, либо Ланком. Масочку
кстати, вот эту дешевенькую я уже попробовала один раз, и она мне очень понравилась, кстати. Так, а я заканчиваю уже с этим кольцом хлоридом. Уже заканчивается у меня. В этом году, я не знаю, даже, наверное, не смогу поехать. Я его руки делаю. У меня девочка в Белоруссию поедет. Может быть, я ей закажу, она мне привезет. Мне очень нравится. Как она? И я пришла к своей девочке, косметологу. А я у нее год не была. Ну, я у косметолога год была, просто у нее, у этой конкретно, здесь не была. Она говорит: о, я посмотрела, у меня были в глазах. Я думаю, что же там сейчас Люба принесет? А Люба пришла с очень даже хорошей кожей. Она говорит: ой, я даже не ожидала, что вы так... у вас такая вот кожа хорошая, ухоженная. Я говорю: да, конечно, я же занимаюсь чем-то. Не чем-то, я же чем занимаюсь. Так, и мыльце. И сейчас я это все намыливаю и буду убирать. И оно так прям вот так вот, раз, и оно скатывается прямо. Все. Я надеюсь, что с частичками ороговевшей кожи скатывается, с загрязнениями. И у нас начинается солнце. Я вот уже, видите, чуть-чуть, но это сейчас еще покраснело от этого. А так я ходила еще до Ирландии. Километры свои наматывала и прям загорела. Шея, где не было футболки, прям загорела. Вот так вот я его прям не сильно мой их это самое, но видите, он уже пошло сниматься чуть-чуть. Я надеюсь, что это грязь и ороговевшие частички кожи, верхний слой кожи. У девочки лицо заканчивается вот здесь, девочки. Все, что я делаю у косметолога и сама, все сделаю прям вот сюда. И все равно вижу, как стареет вот это все прям. С другой стороны, мне 50, все равно процессы идут. Но я стараюсь, чтобы они шли как-то, не сильно заморачиваюсь на этом, честно говоря. Но стараюсь, конечно, чтобы это все было более-менее прилично. Ужина.
один едят. Теперь я сейчас сделаю себе масочку. Сделаю вот эту от Sephora. Мне она понравилась. А на глаза у меня еще есть вот пальчики. Charcoal какие-то. Пальчики я покупала. Я покупала здесь. В каком-то магазине красоте. Видите, у меня уже даже мышцы появляются. Какая красота, девочки. Это я работаю. Я наношу руками. Очень я привыкла с ботоксом, и прям я не могу прям без ботокса уже все. Чувствую себя прям. Ну, кстати, здесь я еще в Меркадоне покупала какую-то маску примерно такой же консистенции, и мне она тоже понравилась. Не знаю, я, честно говоря, понимаете, сейчас уже так сильно эффектов ты не увидишь, прям каких-то там безумных эффектов. А вот, но, по крайней мере, какой-то результат, наверное, все-таки есть. Заканчиваются мои пальчики, вот так вот они выглядят тут. Теперь я пойду улягусь, потому что они спадают. Все, всех с праздником, девочки. Будьте красивые.